В этом году будет поставлен рекорд добычи газа. Она превысит 700 миллиардов кубометров, как заявил на форуме «Газ России» глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго. Рынок продолжит развиваться. К концу 2018 года мы ожидаем сразу достижения, так сказать, новых интересных показателей, что называется. Первое – это по добыче, что мы превысим по добыче 700 миллиардов кубов. Второе – это то, что мы по СПГ почти 20 миллионов тонн начнем, так сказать, производить. И наша доля, как Российской Федерации, в мировом общем балансе существенно вырастет. При этом поставка на внутреннем рынке также будет расти. Ранее сообщалось, «Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6%. В целом ожидаемый прогноз на 2018 год более 490 миллиардов кубометров. Это на 5% больше, чем в 2017.